Алло. Здравствуйте. Виктор, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Маргарита Адамова. Я вам звоню по поводу вашей заявки, интересовались заработком «Газпром Инвест». Подскажите, на каком моменте остановились? Не на каком. Каком? На моменте... Только оставили... ...этого звонка, да. Все прекрасно, я вас поняла, Виктор, хорошо. Тогда вы мне подскажите, каким образом вы нас узнали? Возможно, у вас уже кто-то с нами работает? Реклама в интернете. Угу, прекрасно. Ранее у вас был какой-либо опыт в инвестициях? Не было. Ну, в принципе, ничего страшного. Где-то 70% моих клиентов все приходят без опыта, и все как-то с чего-то начинают. А вот для себя данный вид дохода вы рассматриваете более как основной или как дополнительный? Как этот самый, это не доход, это просто инвестиции у меня. Я хочу сделать инвестиции. Ну да, но здесь вы же будете и прибыль с этих инвестиций получать, понимаете? Да хочу сохранить просто свои сбережения, которые у меня есть, чтобы они у меня не исчезли, не растворились в инфляции. Все, прекрасно, Виктор, я вас поняла. А сами вы являетесь гражданом Российской Федерации? В том числе. В том числе? А да. Еще какое у вас гражданство? Еще ЮАР еще, гражданство ЮАР еще. ЮАР? Да. Понятно. А как давно живете в России? Да всю жизнь живу в России. Родился в ЮАР просто. Вот. И как переехал в детстве уже сюда, и в Москве живу постоянно уже. Все? Прекрасно, я вас поняла. Хорошо, Виктор, а сами вы чем занимаетесь? В какой сфере работаете? А я директор. Поздравляю. Директор чего? Директор, это самое, этих, развожу этих, как их, животных развожу. Директор такой, ну это не фабрика, это больше напоминает селекция. Селекция. Вы директор развозки животных? Не развозки, а развожу, размножаю животных. А, все, селекция, я вас поняла. Хорошо. Селекция, да. То есть вы находите новые породы? Да, вот, правильно. Это не новые породы. Это из одной породы вывожу самых качественных животных. Угу. Прекрасно, я вас поняла. То есть еще делаете улучшения, верно, существующих пород? Улучшения животных делаю, да. Все, прекрасно, я вас поняла. Очень интересная у вас профессия, Виктор. Хорошо. То есть я здесь... Для этого надо быть... Что-что? Для этого надо иметь образование специфическое. Конечно. А какое у вас образование? Ну вот, в ЮАР получил там этот... ЮАР получил, потом уже ездил, учился там. Вот там получил образование африканское. Вот, и вот здесь вот... Биологическое. Ну а как у вас специальность называется? Биологическое образование или что? Биологическое, да. Угу. Ну, просто, честно говоря, я, скажем так, от природы немножко далековато, вот. Поэтому очень интересная у вас сфера. Что-что? Как вы сказали, что вы далековаты? От природы. А, далековаты. Ну, понятно, ладно, ага. Понял. Хорошо. Виктор, вы хотите, я так понимаю, более инвестировать на долгий период, правильно? Под получение процентов. Да. Хорошо. Смотрите, здесь могут быть два варианта. Первый вариант – это микроинвестирование, когда вы можете для себя рассматривать инвестирование или же на месяц, или же на квартал, то есть от суммы от 15 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. И здесь еще макроинвестирование – это когда вы можете инвестировать уже на год от суммы 50 тысяч рублей. Для вас что более интересно? Подождите, а вы с какой фирмы-то звоните? Как называется у вас фирма? «Газпром Инвест Холдинг». А вы к «Газпрому» относитесь, что ли, так? Ну да.
А вы этот, вы когда? А у вас есть это какой-то офис в Москве или где у вас есть? Да, конечно, есть. А где находится? А могу Вы, конечно, можете подъехать, но вас никто не примет. Почему? Ну, потому что инвестирование происходит в мобильном режиме. Вы вообще сталкивались когда-то с инвестированием, в принципе? Ну-ка, сейчас, как вас, извините, у меня пропал этот IP-телефония у вас какая-то барахлит. Как вас еще зовут-то за этот? Не расслышал. Маргарита Адамова. А, Маргарита. Маргарита, так, Маргарита. Ну-ка, сейчас, Маргарита, минуту, не отключайтесь. Я тут подъехал, надела на одно. Подождите. Не отключайтесь, дайте я поговорю сейчас. Сейчас подъехал, мне тут кое-что надо отдать. 43, а... Алло. Алло. Здравствуйте. Маргарита? Алло, Маргарита?